именно так. И я рад, что мы проснулись, потому что сон разума рождает чудовищ. Чудовищ, которых мы видим в зомбоящике. Путина, Медведева, Прохорова и всю их кодлу, которые фальсифицируют выборы. Нам нужна настоящая свобода. Настоящая свобода – это социализм. Потому что социализм – это власть миллионов. И нам нужна, черт подери, эта власть. Нам нужна власть миллионов, а не миллионеров. Путин вор! Путин вор! Можем и сейчас! Могли в 17-м! Можем и сейчас! Могли в 17-м! Можем и сейчас! Почти на каждой улице нашего города висел плакат. У тебя украли все, кроме голоса. На следующий день после выборов 5 декабря изумленные избиратели узнали, что у них украли последнее, что у них было. У них украли голоса. Мы такие разные, белые и красные, но мы вместе. Почему мы здесь? Потому что мы хотим свободы. Почему мы здесь? Потому что мы хотим справедливости! С ними злые волшебники, колдуны, с ними чиновники, а с нами...